А сейчас моя коллега коротко расскажет о других событиях, произошедших в регионе. Специалисты Сахалинского водоканала совместно с сотрудниками МЧС проверили работу пожарных гидрантов в областной столице. Ревизоры осматривали целостность корпуса и люков, герметичность клапанов, замеряли давление и водоотдачу. На территории городского округа более 700 пожарных гидрантов. По итогам рейда 667 конструкций признаны исправными. В 22 выявили технические повреждения. Они будут устранены. 150 тонн раздельного мусора накопили сахалинцы за июль. Вся партия проходит сортировку на полигонах области, после чего пластик, стекло и металл отправляются на переработку на материк. По статистике, наибольший объем отходов из сетчатых контейнеров вывозят из островной столицы – более 100 тонн ежемесячно. Среди других районов стабильно лидируют Поронайск, Анива и Долинск. Пляж Садовники в Хомском районе получил высшую федеральную категорию «Синий флаг». Высокий статус означает, что на территории безопасно и есть доступная среда для маломобильных людей. Также зона отдыха оборудована парковкой, освещением, деревянными настилами, спасательной вышкой. Ранее высокий статус получил пляж в селе Охотское. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года. 17 августа в Южно-Сахалинске пройдет ярмарка, посвященная медовому спасу. Торговля начнется в 10 утра и продлится до 16:00. Местные производители представят медовую продукцию, а также садовые растения, сезонные овощи и многое другое. Организаторы подготовят развлекательную программу. Гостей ждут на вокзальной 71.